Хорошо, что он не знает про такую, как я, и в глазах ее снежинки зима, и под шагами босоногими метели, и лед он из мыслей моих никогда не уйдет. Сейчас повторим, только не падение, а взлет. Все нормально у тебя? Что там случилось? Что ты там сказал сейчас? Я говорю, все нормально у тебя? А у тебя как? Ты мне так и не ответил. Как у тебя дела? Нормально. Ты уверен? Да, я в тун. Итак, смотрите, вот сейчас, вот этот момент. Если сейчас я падаю, то фотка пены. Если я не падаю, то я не падаю. Все. Вот тут сейчас вот этот преодолеть надо. Сейчас. Блять, пизда нахуй. Хуло упало, гнидник. Пина, тихо. Че, неужели фоточка? Ладно, придется фотку пин. Мужик сказал, мужик сделал. Можно я гладиолуса фотку скину, типа я? Нет, брат. А какая разница, блин? Мы же с ним похожи. Так, сейчас. Игривую пену или какую? Сейчас, сейчас, подожди. Утешительные два к деда. Блин, дорогой, да спасибо тебе большое, а. Во, вот это. В... Сейчас. Я тебе в ЛС скину. Концепцию ты имеешь в виду или саму концептуалку? Концептуалочку. Я тебя принял. Вот это очень хорошее. Ты чё, блядь, издеваешься? Меня привстал. Ты долбаёб, что ли? Посмотри еще внимательно, что там есть. Это за десятку только полетит потом. Какую-то более. Брат, мужик сказал, мужик сделал. Да, а там не, давай, уже пизду, мало а осталось. Первую ту давай тогда. Ну давай. Первую пену. Все, затянулись. Дальше не считается. Больше пены не будет. Это эксклюзивка, ночная секретка. Три что, можно ее будет показывать, как ты думаешь? Я сейчас зафиксировал этот момент. Если ту хуйню завтра монтажнет, тут эту пену новую. Все нахуй. Все? Все. Пацан будет плакать. Романтичный пенч в розовом, блядь.